Всем привет! Это канал Ростелекод, и, как всегда, я Анатолий Донец. Сегодня, можно сказать, я не с наездами, а мне просто интересно. Сегодня вот мы ходили с моей супругой в кафе Life на Dream. Ну, у меня был, получается, купон. Такая небольшая предыстория, сейчас вам расскажу. В общем, мне подарили купон на 500 рублей в кофейню Life на Dream. Решили сегодня как бы его просто-напросто обналичить, чтобы он не просто не болтался, как говорится, у нас где-то в воздухе, в квартире, ну, чтобы лишний раз не мешался. И пошли, как говорится, с этим купоном в эту самую кофейню. Пришли, посмотрели по ценникам, в принципе, попросили пиццу, попросили завернуть с собой. На что официант сразу сказал, что у них коробки платные. Мне кажется, ты пиздишь. Нихуя! Вы, наверное, сейчас тоже подохуели немножко, так думаете, чё? Чё? Коробки платные? Это как? Какая-то простая коробка для пиццы. Возможно, где-то сейчас на экране у меня появится чек. Да, там я даже не буду вводить маркером, да. Но меня просто удивило то, что данная коробка для пиццы в лайф-кофейне стоит 50 рублей. Дим, я не хочу с тобой ругаться, я знаю, что ты хозяин кафе этой кафешки, да, но меня просто удивило один факт, да, во всех пиццериях, которые есть в городе на Дыме, да, и только именно в твоей кафешке эта коробка стоит 50 рублей. Тебя вопрос такой, ничего не смущает? Меня, к примеру, это просто прикололо. Но это не точно. Коробка стоит 50 рублей. Оу май. Не, я все прекрасно понимаю. 50 рублей сейчас на Дыме это не деньги. Да ну нахуй! Блять, ну сейчас, кто смотрит данное видео, блять, да, я сейчас просто вам ее покажу. Эта коробка стоит 50 рублей. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding. Такой логотипчик, да, кофейни, life на дыме, вау, life. И вот эта вот коробочка, да, именная коробочка стоит 50 рублей. Дим, я повешу у себя ее в сортире, и она мне будет как икона за 50 рублей. Лепота. Больше она ничего не достойна. Все. Дим, ты не обижайся, да. Если есть вопросы, знаешь, где искать, и я тебе просто отвечу. Но вот туда тебе и... Коробка 50 рублей. Мать ваша, это вообще как? Ах, блядь, я... Честно говорю, я в шоке. Я в шоке от такого, что какая-то картонная именная коробка кофейни Life на Дым стоит 50 рублей. Это просто как небольшая сенсация была. Вот, то, что меня сейчас реально удивило. И... Не знаю, я вот реально после этого я просто решил снять данный ролик.